Подпишись на канал и поставь свой царский лайк. Ну а мы поехали. Гопники. Значит так. Поставил я машину в гараж. Иду домой. Навстречу гопники. Один просит мобилу позвонить. Спрашиваю. Тебе очень-очень срочно нужно позвонить. Да, говорит, очень-очень нужно. По доброте душевной протягиваю свой iPhone. Тот хватает его и быстро делает ноги. Бегу за ним. Через 1.5 километра его прокуренная дыхалка окончательно умирает. Догоняю его. Даю люлей, вызываю ментов, сдаю его, ну и, соответственно, пишу заявление. Откуда же ему было знать, что я каждое утро по 3 километра бегаю?